Доброе утро, это квадрокоптер 101, в переводе RC Fun. И сегодня очень похожий на Blade Inductrix квадрокоптер Ishin E010. Выглядит как клон Blade Inductrix, но стоит намного меньше. И еще эта модель GGRC H36 просто произведена для Banggood. Он предназначен для полетов в помещении. Я летал у себя дома, и он чертовски хорош. Можно ударять о стену, диван, лампу, и он будет продолжать летать. А еще его можно переделать в микро и FPV дрон, их зовут Тинивуп. Сверху крепят микрокамеру с передатчиком, как по ссылке в описании. Но сегодня просто полетаем на нем. Итак, взлетаем. Сегодня небольшой ветерок. Он с ним справляется, но мне приходится на максимальных расходах управлять. Флип. При ветре защита пропеллеров не помогает, а скорее мешает. Действует как парус. В помещении он прекрасен, но на ветру приходится с ним бороться. Помните, он предназначен для полетов в помещениях. Ну или в безветренную погоду. Так что если вы планируете сделать из него FPV-версию, то летать придется в помещении. Давайте проверим дальность. Насколько далеко работает управление? Я не могу отлететь из-за ветра. Стыдоба. Лучше покажу, как летает дома. Итак, сейчас увидите, насколько он маневренный в помещении. Первое, невероятно стабильный. Но очень подвижный. Это на максимальных расходах. В помещении он очень маневренный. Многие летают на подобных штуках в зимнее время или плохую погоду дома. В помещении он супер, на улицу только в штиль, никакого ветра. Покажу, как стукается о стены. А, потолок. Класс. Это дрон для помещений. И еще кое-что. Еще раз. Боковой флип. Отличный дрон за $15. Hope you enjoyed this flight. It's quite comfortable. 101. Let's bring him in for a landing.
Это был квадкоптер 101, а перевел и озвучил для вас Эрси Фан. Мягкой посадки. Увидимся.